смысла ситуации в Славянске. Вы военный человек? Я там был. Вы, какой ваш чин? Я там был. Ваш чин военный? Рядовой. Почему вы считаете, что вы как рядовой можете оценить мою военную подготовку? По отряду. Из отряда? Да. Что значит отряд? Из какого батальона? Из батальона народного ополчения Донбасса. То, что вы говорите на камеру. Это Павел Губарев, да. Народный губернатор. Да. Так вы ополченцем? С ополченцем славянцем? Вы Павел Губарев? Да. Ах, ты Павел Губарев. А, понятно. Да. Уважаемый, где бы здесь чайку достать? Вы извините, уважаемый, мы издалека. Ну, пройдемте, укажу. Вон там, по лестнице, там у нас столовка. Как ваша фамилия? Шадрин. До свидания, товарищ Шадрин. С кем это я разговаривал? Кто это такой, а? Кто? Да вот это вот. Ленин. Что ж ты раньше-то? Эй, а чайник-то? Товарищ! Братцы! Товарищи! Товарищи! Я разговаривал с Лениным. Ах ты, Павел Губарев! Понятно!